Итак, тема сегодняшней лекции – дороги. Образ дороги проходит сквозь всю нашу литературу. Поэты прошлого, понимаете, воспели дорогу без большого оживленного уличного движения. Ну вот, вспомним хотя бы. Выхожу один я на дорогу. Ну, в ту пору не было ведь ни машин, ни троллейбусов, ни автобусов, ни поездов. А в век спутников и ракет уже новым смыслом наполнились слова нашего любимого Гоголя. И какой же русский не любит быстрой езды? Дороги. Вот, например, пункт Б и пункт М. Так вот, дороги, товарищи, это не Б, не М, а нечто соединяющее Б и М. И линия должна это быть не условной, не пунктирной, а совершенно реальной и непрерывной. Больше года назад автомагистраль Москва-Воронеж была сдана на целый день раньше срока. Тут же дорога была помыта. И не дождями. К ремонту приступили сразу же после банкета. На автомагистрали не сделано. 18 тысяч дренажных воронок. Нет бензоколонок, нет водостоков. И еще одна беда. Мост через Оку забыли построить. Строительство магистрали обошлось в 30 миллионов рублей. Сумма банкета не установлена. Ремонт еще несколько миллионов рублей. Да, действительно, как сказал поэт, дорогие дороги. Дальше ехать некуда. Как поется в популярной песне «Ну-ка, чайка, отмечай-ка». Дорогие слушатели, если будут вопросы, прошу адресовать их. Движемся дальше. Благодаря дороге мы можем доставить груз из одного пункта в другой. Прекрасным летним днем 1961 года со станции Нахичевань-Донская Северокавказской железной дороги был отправлен полноценный груз с соответствующими документами. Шли дни, шел груз, но Вестова не прибывал. Исполнилась годовщина пропажи. Начались поиски. Говорят, кто ищет, тот всегда найдет, но иногда находит совсем не то, что ищет. В ходе поисков нашлись вагоны с холодильниками, с лезвиями для бритья. В тупиках московского узла обнаружили вагон с фасолью, простоявшей около года. Фантастика! Да, завтра чего доброго обнаружат состав с прошлогодним снегом. Есть такое учреждение, Московское управление контейнерных перевозок и транспортно-экспедиционных операций, МосУТЭК. Каждый год, товарищи, оно платит сотни тысяч рублей штрафа за простое вагоновзгруз. Что если переименовать МосУТЭК в Московское управление простоими штрафами? МосПростой. А как же наша пропажа? И куда же она запропастилась? А скажите, пожалуйста, вам не попадался вагон с комбайном? А? К примете, 6 тонн с запчастями. Поехали дальше. Стремительно мчатся составы из Кузбасса в Магнитогорск. Они везут ценнейший коксующийся уголь, черное золото. Как видим, можно бросать не только деньги на ветер, но и уголь.
знаю. Не знаю, что думают руководители Западно-Сибирской железной дороги. Может быть, они поют романс «Хотел бы в единое слово» и бросить тот уголь на ветер, чтоб ветер унес его вдаль. Чтоб ветер унес его вдаль, а ветер и уносит. 30 тысяч вагонов отправлено в Магнитогорск, а из каждого 4 тонны уже улетело на ветер. Из 100 вагонов, поставляемых железной дорогой шахтам, только 18 пригодны для перевозки коксующегося угля. Вот эти вагоны. Они непригодны. Они страдают недержанием угля. И что же? А ничего. Трест осинники уголь исправно платит штрафы. Он принимает претензии, подсчитывает утруску и оплачивает из государственного кармана. Утечка, утруска, усыпка. А бывает и так. Окончено, товарищи. Пейте томатный сок.